Ну что, ты прыгаешь? Я видос пишу. Давид, иди толкай. Ты не бойся, прикольно. Если что, мы остановим снизу. Время, деньги. Аттракцион, между прочим, стоит не бесплатный. На пирожки. Я понял тебя. Ну? Да сейчас подожди. Блин, я там приготовил. Не торопите ее. Да, а что, давай прыгай, там все в порядке. Нет, пока вот прыгай. Слушай, ну вот эти сказали самые крутые две. Такие. Вот на которых вы сидите. Да. Они выше всего подвязаны от бортика. Ну вот, блин. Хоть какое-то развлечение для детей. Крутей, об этом полгорода будет знать. После того, как я их вам показал, теперь полгорода об этом будет знать. Чё? Уже плюща, да? Ну тогда слезай, сейчас я залезу. Такое, блин, шоу, а вы... Здесь знаешь, что надо посередине еще какой-нибудь батут поставить, чтобы на него спрыгивать.